Все равно 6 лет. Катя, у меня такой годик. Я Маша, мне 6. Это воспитанники Центра реабилитации неблагополучных семей в Мирном. Они не виноваты, что оказались здесь. Они не привыкли заправлять кровати. У них не было постельного белья. Для них это дико. Разные истории. Пьянство родителей, жестокость, смерть близких. Причины не меняют главного. Это дети, которым нужна любовь и забота. Сегодня их единственным домом стал социальный центр «Харасхал». У нас жила девочка, мама с ее старшим братом. Пропивали из дома все полностью, посуду пропивали. Они даже вот ванну пропили. Девочка эта прятала вещи зимние в снегу. Потом она пришла к нам. Что я буду пожарным. Я хочу стать балериной. Когда я вырасту, мечтаю стать хорошим папой. Когда я вырасту, все будет по-другому. Алроса построила новое современное здание для центра «Харасхал». Здесь дети смогут жить постоянно. С помощью опытных психологов и педагогов ребята вернутся к учебе и закончат школу. И снова научатся доверять взрослым. У нас была девочка. Сложная у нее там ситуация была дома. У нее насильственные действия со стороны мамы. Она била ее сильно. Вот, и девочка, она подходила к нам, каждого специалиста обнимала и крестила. И вот хочешь, чтобы ее поцеловали. 90 детей нашли семью за время работы центра. Покупая бриллиант, вы дарите воспитанникам центра право на новую жизнь, право на будущее и возможность выбора. Не повторять судьбу родителей. Алроса. Алмазы помогают.